Игра очень была сложна, потому что финальная, как бы, финальная игра. Ну, соперники тоже не слабые. Ну, в этом году только впервые у нас такие по-прежнему футбол развивается. Только-только, ну, как сказать, первый раз участвуем в этом сезоне по чемпионату Казахстана в Алматинской области. До этого таких не было по пляжному футболу, не развито еще по этой Алматинской области. Ну, спасибо нашему спонсору Искакову Самату. Вот благодаря ему вот первый год, первый сезон участвуем. И результат тоже неплохой. Тренировались. И вот третье место, слава богу, заняли. Вот это большое достижение для нас. Вот это гордость нашей Алматинской области, всех граждан Алматинской области. Ну, спасибо всем участникам, кто участвовал в этом. Ну, в общем, все, игра была хорошая на высшем уровне. В последней игре нам реализации не хватило. Моменты были, забивали. Два момента, два гола. Так, пропускали на своих ошибках, все голы пропустили. Вообще, игра была равная. Только вот моменты свои не реализовали. А так хочу поблагодарить Казахстанскую федерацию футбола за такой турнир, за большой опыт для нас, для такой молодежи, в частности, города Капчагай. Вот стараемся, будем участвовать дальше, пробиваться дальше, больше в нашу старшую команду.